Благотворительный проект «Смоленская АЭС. Мой любимый город» в Десногорске работает не первый год. В 2018-м благодаря этой программе удалось решить наиболее острые задачи муниципалитета. Проект продолжает действовать и сейчас. Одна из текущих задач – ремонт дороги на Кукуевку. Дорожная техника приступила к работе с 30 июля. У нас сегодня работает 4 единицы техники, выполняем срез старого асфальта, подготовку к асфальту новому. Объем сегодня работаем с 8 до 5, объем выполнить 6 тысяч квадратов. Ремонт дорожного покрытия выполняет подрядчик из Рославля ДЭП-44. Контракт на работы уже подписан с десногорским предприятием «Служба благоустройства». Отношение к ремонту у местных жителей однозначное. Начнусь положительно, но мое пожелание такое, чтобы это... Если это хорошо началось, чтобы хорошо закончилось. Делать хорошо, не знаю, как дальше будет, но пока хорошо. И я рад. Программа «Мой любимый город» действует при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС». При этом проект учитывает мнение горожан. По итогам анкетирования, которое провели в мае-июне 2019 года, жители Десногорска определили, что именно этот отрезок дороги требует скорейшего ремонта. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ.